фараону, Птолемею Филопатору, правителю Египта. Ваш священный долг – платить налог фараону. Ваш священный долг – во всем ему подчиняться. А иначе вы нарушите волю богов. Ерен! Духе нет! Если бы я не был жрецом, я бы проломил вам черепа! Сразимся! На куски порву. Вместе. Я уже рядом. А вот и. Есть тут кто? Если бы я не был жрецом. Что? Сразимся!
вернулся сюда. Твой час пробил. Но мое дело еще не окончено. Я был близок, так близок к тому, чтобы даровать вечную власть сильным и достойным. Достойным? Риптер подарит нам силу богов. Что есть жизнь мальчишки? Жизнь мальчишки? Папа? Еще. Ага. Ну? Ну, я попробую. И пущу две за раз. Да ну? Да. Раз, два. Готов? Да. Это ты меня сбил. Ты. Киму, сюда. Я нашел гиен. Правда? Да. А, иди. Увидишь. Там 16 гиен, жутких и страшных. Знаешь что, я бы лучше сходил на охоту с папой. Ну, ты вечно трусишь. Ну. Эй, эй. Пойдем поохотимся, а? Ладно. Давай. Кого мы ищем? Оракулу нужна шкура горного козла для церемонии. Твое место подле фараона. Верно, Бай? Ты ведь Меджай. Стану Меджаем и тоже буду возле фараона. Тебе не стать Меджаем. Ты слишком труслив. Неправда. Так что насчет тех гиен? Молчи. Прекратите. Этот песок обжигает ноги. Извлеки из этого выгоду. Бегай быстро. Нам туда. Можно с вами? Тебя мать дожидается. Ладно, до встречи, Хему. Увидимся. Стадо где-то рядом. Но сойдет не всякий зверь. Нам нужен вожак. А это который? Ну, самый рогатый. Тихо. Делай, как я. О нет, я их спугнул. Ничего, проведем вместе больше времени. Наслаждайся. Продолжим. Мы сможем. Отец, он убегает. Будь терпелив, не уйдет. Вот самое интересное. Пригнись. Если не уподобимся богу скрытности, мы их точно спугнем. Да, папа. Мы как незримые. Есть! Он страдал? Выстрел в сердце почти не причиняет боли. Идем за шкурой. Нужно отнести ее оракулу до темноты. Папа, я хочу выстрелить прямо в солнце. Пустишь, но стреле придется стать сену. Представь, все мои стрелы сену, и тогда от меня не уйдет никто. Ты хотел взглянуть на фараона вблизи? Да. Хочешь стоять со мной подле него? А так можно? Конечно, будущему Меджаю можно. Папа, а кто такие Меджаи? Первые Меджаи охраняли лишь фараона. Но сейчас они должны защищать всех жителей Египта. И не только защищать, обеспечивать благополучие. О, отец, я так рад, что стану Меджаем. Тогда я узнаю все тайны Сивы. А что, если я не смогу стать Меджаем? О, ты сможешь. Ты мой сын. Но я боюсь. Я хочу быть смелым. Но иногда это трудно. Постой. Пойдем туда. Когда я был маленьким, я тоже иногда пугался. Твой дедушка тоже был Меджаем. И он хотел, чтобы я стал его достойным последователем. Да? Однажды он привел меня сюда. Наверху он сказал мне кое-что.
одно слово. Главное. Только одно? Я забыл о страхе. И знал, что справлюсь с чем угодно. Что он сказал? Скажу, когда мы придем. Так что же сказал твой отец? Вниз. Не размышляй. Вниз. Да, папа. Эй, верь мне. Прыгай. Сейчас, сейчас. Так прыгай. Вернись, ты не готов. Но я смогу, папа. Смогу. Я сказал, умолкни, паршивец. Нет, на помощь! Это Чинзира. А ну молчать! А ну бегом к маме. Не бойся за Чинзиру, я помогу ему. Миджай Баек! Ну? Ну? Мне страшно, не хочу идти один. Хема, хоть раз в жизни не будь трусом! Ну! Миджай Баек! Да, я и правда Миджай. Кто меня звал? Спрячь оружие и иди за мной. Мы же хотели только поговорить. Иди. Как ты смеешь командовать мной? Деревенщина, нам не о чем разговаривать. Умри!